Черкесские ремонтируют дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день работы идут на улицах Кирова и Балахонова. О благоустройстве дорог республиканской столицы расскажет Алихан Лепшоков. Теперь будет возможность проехаться по улицам комфортно и удобно. Сейчас по улице Кирова ведется благоустройство дороги. Будет проводиться укладка нового дорожного покрытия, а после чего фрезерование верхнего слоя асфальта. В завершение всех работ будет нанесена новая разметка и установлены знаки. Представитель управления ЖКХ Черкесска отмечает, что строительство ведется быстрыми темпами и уже в скором времени дорога будет полностью открыта для жителей и гостей города. По улице Кирова планируется отремонтировать дорожное полотно, заменить бордюр, нанести, соответственно, свежую разметку. Также по улице Кавказской уже выполнены работы по ремонту дорожного полотна, замену бордюров. По Балахонова тоже уже работы начаты. В принципе, темпы работ достаточно высокие, то есть до осени где-то примерно мы закончим работу. Также по улицам Балахонова и Подгорная ведется ремонт дорог. По улице Подгорная уложен нижний слой асфальта, установлены бордюры и обустроены съезды. В рамках нацпроекта сейчас также ремонтируется улица Харуна Богатырева. Именно благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Карачаева-Черкесии стало возможным приведение в нормативное состояние ключевых улиц республиканской столицы, отметил исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ Черкесска Сергей Елисеев. Уже работы завершаются на улицах Крупская, улица Зеленая, участок улицы Хруслова. Ну, соответственно, в центре у нас это Первомайск уже закончено. Уже ведутся работы на участке улицы Средняя, Харуна Богатырева, Подгорная. То есть уже практически все, на всех участках работы начаты, частично уже завершены. Важно отметить, что уже завершены ремонтные работы по улицам Первомайская и Кавказская. Здесь уже нанесена дорожная разметка и ведется установка бордюров. Помимо этого, в скором времени начнется ремонт дорог по улице Усмана Касаева и участок по улице Некрасова. В текущем году, по словам руководства управления ЖКХ Черкесска, по программе запланировано ремонт 17 участков автомобильных дорог общей протяженностью более 10 километров. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.